Ульяновские нарушители правил дорожного движения с 1 января будут ремонтировать дороги. Все, конечно, не так буквально. Дело в том, что правительством региона было предложено все деньги, полученные в результате оплаты штрафов, направлять в дорожный фонд Ульяновской области. Тем самым планируется пополнить его на 390 миллионов рублей. Ульяновская область участвует в реализации проекта, федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». И вот вся идеология проекта, что мы все работы, которые проводим на дорожной сети, они все должны влиять на снижение травматизма и аварийности на автомобильной дороге. Поэтому опосредованно в любом случае эти средства направляются на повышение безопасности дорожного движения. По действующему закону отчисление в фонд составляет лишь 52% от всей суммы штрафов. Повышение отчислений еще на 48% позволит заняться ремонтом дорог в самых отдаленных уголках области. Также благодаря повышению установят дополнительные автоматические пункты весогабаритного контроля. Наполнить бюджет должны помочь и другие изменения в законодательстве. Депутаты высказали предложение об отмене некоторых налоговых льгот для Авиастар СП. Показатели работы авиационного гиганта намного улучшились. Завод способен самостоятельно оплачивать транспортный налог и налог на имущество. Эффективность предоставления налоговых льгот отрицательна. Порядка 159 миллионов поступит в бюджет. В свое время, когда льготы предоставлялись, они были своевременными. Они оказали поддержку предприятиям авиастроения. И, значит, по общим договоренностям мы их сегодня отменяем. Министерству промышленности удалось убедить депутатов, что отмена льгот не скажется отрицательно на работе авиазавода. Также депутаты единогласно поддержали изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие предоставление услуги нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Поправки расширяют способы подачи документов в уполномоченный орган. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.